Добрый день! Сегодня я хочу вам показать, как я делаю заготовку укропа на зиму. Укроп уже достаточно вырос большой, поэтому мы его сорвали, помыли, высушили. И теперь я буду его резать для засолки на зиму. Отрезаю стебли, откладываю, а это все режу сантиметровым, 0,7 сантиметра вот так. Мы перерезаем весь укроп, мы сбрасываем нашу чашку и продолжаем резать следующую порцию, так все до конца. Укроп мы весь порезали, теперь мы будем бросать сюда соль. Соли где-то полкило примерно выбросим на эту порцию. Соли никогда много не бывает. А теперь я его вот так весь перемешаю, а потом сложим в баночку. Что я хочу сказать? Укроп обязательно должен быть сухим. Для того, чтобы он не был мокрым, надо предварительно его вечером полить чистой водой с леечки. И он к утру у вас высохнет. И когда он высохнет, тогда вы его соберете и будете резать. И вот так мы его весь перетрусили солью. А теперь мы будем наполнять нашу баночку. И первая наша заготовка укропа будет готова. Он еще у меня немного постоит. А сядет, я дополню и накрою крышечкой. И так следующую баночку. Зимой будет хорошая заправка до супа, борщей и вообще до разных блюд. Желаю вам самим попробовать и узнаете, что это очень вкусно и вам понравится.